Мы нищие и многих обогащаем, это наша власть. Мы нищими мы себя называем не потому, что у нас ничего нет, а потому, что мы сделали дистанцию, мы отрешились, мы сказали, да это все ерунда, управление номер один. Ты поставлен на управление, поставлен как сын, на которого поставили печать на лбу раздавать хлеб жизни! Это сын, который не говорит, да мне козленка, сын, который раздает этих козлят, назначает урочно служанкам, меру хлеба выделяет. Мне не нужен миллион долларов, мне нужен миллион возможностей. Процветание! Не здесь! Процветание! Здесь! Я хочу, чтобы ты знал, единственная цель у отца в твоем процветании явить избрание. Здравствуйте, драгоценные управители, драгоценные Соломоны и, и, и те, о ком сказано, что вы больше Соломона, сыны Божьи. Дорогие, я очень рад, что наш эм, курс многогранного процветания так стремительно движется вперед. Как всегда, есть те, кто впереди планеты всей все поглощают, все пишут, заполняют тесты хоть там с 50-го раза. Есть те, кто по каким-то причинам еще задерживается в Гаваоне, но мы всех дождемся, друзья мои, мы всех дождемся. У нас сейчас идет уже блок, второй урок блока э, «Утро на престоле». У нас был Гаваон, да, «Ночь Соломона», и вот уже сегодня будет у нас седьмой урок, или в этом блоке он второй. Я его, этот блок назвал «Утро на престоле». И что же мы имеем утром на престоле? Мы сегодня начнем. Сегодня будет потрясающее также послание, сегодня будет потрясающее откровение, которым я живу также уже много лет – в моей жизни это принесло огромный плод и еще принесет. И пока я готовился вам все это выкладывать отчасти мы что-то уже упоминали. Но сегодня Отец хочет акцентировать внимание на некоторых энергиях в нашей жизни, которые Он задумал к нашему успеху. Итак, друзья, в нашем предыдущем уроке мы говорили с отцом о, своих, о своем главном желании. Я верю, что каждый из вас не продешевил, назвал то, что было самое главное для него. И скажу тебе, друг мой, что это не единственное, что можно было вообще говорить, потому что Соломон, обозначив свое желание, самое главное, которое его тогда беспокоило или как ну, жгло внутри прямо, да, он не был тем, кто перестал Богу говорить свои желания дальше. Именно об этом мы сегодня будем говорить. Я хочу сразу уточнить, друзья мои, такой момент, что мы говорим о том, что Соломон после разговора с Отцом, после разговора с Всемогущим Богом, который обещал ему мудрость, он проснулся. Первое, что с ним произошло, он проснулся, понял, что это был сон, что это было откровение. И мы говорили о важности того, чтобы ухватиться за это переживание. Если ты молился молитвой эхо, да, мы в прошлом видео э, э, впервые, наверное, озвучил я вот эту молитву, которую назовем ее так, молитвой эхо, я сегодня еще упомяну за нее. Если ты молился со мной искренне, то ты слышал, как Отец вибрировал в твою сторону, высвобождал трансляции, называя тебя самым, самым, самым. Я даже, когда говорю об этом, по мне уже начинает течь помазание. Вот. И отец – это его способ. Его способ, и мы сегодня еще к этому вернемся. Я хочу сказать, друзья, что, что произошло с Соломоном. Он ухватился за это. Он мог проснуться, и там написано, и вот это был сон. Он мог сказать, что О, хороший сон мне приснился. Наверное, теперь мне стоит попытаться ну хоть что-нибудь делать, как-то двигаться. Нет, друзья мои, этот сон, это было, знаете, как основание всей жизни Соломона. Это было основание. И мы говорили, что Соломону требовался сон. Потому, почему? Потому что э, люди Ветхого Завета, они были воспитаны на том, чтобы исполнять закон. Сон это было вообще, это, это было счастье всей жизни. Если тебе снился такой сон, как Соломон, вот что-то Бог тебе говорил там. Помните, для того, чтобы вразумли, вразумить упертого Иосифа, э, да, Марии, Марии э, ну, мужа, Матери Иисуса, ему снился сон дважды. И вообще, я думаю, ему много снов снилось. Но э, все люди религиозные, друзья мои, когда им снился сон, это, наверное, был единственный способ сдвинуть их вообще с места. Поэтому они хватались за это. Мы наблюдали такую картину на, в мусульманском мире там по сей день. Если человеку снится сон, это для него это все вообще. Они к нам относятся очень. Ну, есть там свои крайности, но, по крайней мере, друзья мои, они относятся к внутренним всем вот этим картинам, побуждениям очень серьезно. Они хватаются за это, они думают об этом, вау, Бог мне сон дал. Теперь в наше время, я имею в виду в эпоху сынов Божьих, на смену с нам, мы будем об этом еще говорить во второй части или как во втором курсе созерцания, он у нас тоже скоро будет. Мы будем говорить об этом, мы будем прямо изучать этот момент. В эпоху Сына Божьего ставка сделана на инициативу созерцания, то есть ты практически можешь возвести очи и видеть, как я говорю, чем отличается видение от сновидения. Просто это тоже видение, только во сне. Что и, вот видение и сновидение. Это то же самое видение, только во сне. А что такое созерцание? А созерцание – это духовное зрение. Это когда ты можешь наблюдать, рассматривать. Помните наши все эти вещи? И вот, я в прошлом уроке повел вас в этой молитве созерцательной, когда ты говорил и использовал молитву эхо, ты говорил, отец, я здесь, и ты слышал, я здесь, я здесь, я здесь, и отец отвечал тебе. Я забыл сказать, что в детстве был такой стишок про эхо, и он такой делался в виде вот ответов эхо на вопросы, и там были такие слова. Эхо, эхо, это ты, и написано, отвечает Эхо ты. Вот это, знаете, в нашем варианте это выглядит так. Ты говоришь, папа, папа, это ты. Отвечает папа, ты. Вот оно, друзья мои, зеркало славы в варианте звука. Это уже не зеркало видения, а зеркало слышания. То есть ты говоришь, описывая, да, ты говоришь, но слова создают вибрацию обратную в твою жизнь. Могущественно возвращается, отраженное Богом, Отцом, Вседержителем Слова, которое Сын высвобождает. Вот Сын высвобождает Слово, и Он говорит: Я и Ты одно, и, и вся Вселенная транслирует в Тебя одно, одно, одно. Если кто-то, может быть, знаете, не, не, не до конца догоняет зеркало славы, вам это будет могущественной поддержкой. Помимо э, света от зеркала славы, помните, из славы в славу, вы еще будете получать сознательно, теперь осознанно, звук в свою жизнь. И когда ты будешь говорить, например, это не будет звучать не так, как исповедание. Исповедание, в основном, друзья мои, оно у христиан выглядит так. Я что-то там исповедовал и надеюсь, кто-то это услышал. Но когда тебе открыто, что твое, слова твоих уст, они эхо, во-первых, ты перестанешь говорить ерунду, потому что тут же вибрация будет сотрясать твою жизнь совершенно по-другому. Во-вторых, ты станешь э, с жадностью произносить слова, которых ты хочешь, чтобы ну, Бог, небеса, кто-то говорит вселенная. То есть вс все эти слова все равно означают Бога, друзья. <потому>, Потому что вселенная, хоть и творение, но мы знаем, что э, при рассматривании мы всегда видим вечную силу и божество. И вся вселенная, она находится внутри папы не папа во вселенной живет, а вселенная внутри папы. Поэтому, когда ты слышишь такие слова, даже от язычников, которые не знают папы, они говорят, вселенная отвечает. То в целом они правы, не зная того, кто стоит и отвечает за творением, они называют творение тем, чем вы, что вы называете Богом. Но смысл, который я хочу донести, это очень важно. Соломон вкусил в ту ночь, что это такое. Он говорил, озвучил свои желания и в ответ получил могущественную трансляцию. Практически он сказал ну, правление. Что это слово означает? Это слово означает царство. Практически он говорит царство, Бог, царство. И вселенная ему в пять раз сильнее ответила царство, такого как ты больше не будет никогда то есть могущественно, знаете, это называется, он дает несравненно больше того, о чем мы просим или даже думаем. Соломон вцепился, ему нужно было быть состоятельным. Буквально его крик сердца был, говорит, я не хочу быть транжирой, я не хочу быть, знаете, каким-то таким вот сыночком, который просто получил все и давай тут вот, тратить, распоряжаться. Нет, он говорит, я хочу благосостояния народа, то есть он выражал свое, и все это сводилось к, к, одно, к одному слову мудрость, да, либо э, практически то, что и означает мудрость, говорит правление, то что мудрость это и есть правление в руке которой, там помните, богатство и слава в правой руке животворящий дух или нетление, вот это в руке премудрости, все эти могущественные Божьи проявление, его энергия, его жизнь, оно все, представьте, в сердцевине над собой имеет премудрость. И практически э, Соломон, произнеся это слово, получил обратно с избытком, да, то есть э, уникальность, богатство, славу и так далее. Поэтому практикуйте теперь это э, звуковое зеркало славы, или как правильно сказать, э, зеркало... Ну вот, эхо, просто эхо, молитву эхо. Это поможет вам, друзья мои, сознательно получать небесную трансляцию в свою жизнь. И не значит, что ее не было. Это значит, что она теперь будет осознанной. Все будет происходить быстрее. Запомните, неосознанный духовный опыт, он не имеет... Ни ускорение, ни времен, ни сроков, ничего. Осознанное, оно все начинает оформляться в измерение. Потому что осознанность, помните, да? Время появилось тогда, когда отец увидел и решил творить. Твоя осознанность, она сразу делит твою мечту, она ее подвигает по времени, она начинает ее, ну как или правильно, преображать в ощутимом виде. Поэтому это нужно. Когда мы говорим, ну Бог и так все транслирует, что надо, конечно, но осознавать и познать это поможет тебе вот такой могущественный инструмент. У нас есть теперь зеркало славы, это свет для наших глаз, и у нас теперь есть молитва небесного эха, которая еще и создает вибрацию, наделение прямо возвращается как наделение, вот. И таким образом ты выступаешь как Сын Божий, который высвобождает, и это как снег и дождь возвращается к тебе уже с намного большим, с воплощением. И вот, друзья мои, что это дало Соломону? Я хочу, чтобы вы просто замерли вместе со мной и в созерцании рассмотрели, что произошло с Соломоном на утреннем престоле. Смотрите. Еще до того, как пришли две женщины, они все время у нас где-то тут мелькают, эти две женщины, да? еще до того, как они пришли, но уже после того, как поговорил Соломон с Богом, вот у него был этот момент, о котором я сказал, что это был пир. Я так и знал, что многие просто не поймут до конца, что это был за пир. И на, ну, типа, да ладно, попируем потом, давай там. Не, друзья мои, не пойдет этот момент, обойти никак нельзя. И я вам скажу, что это означает. Пир, ребята. Сейчас я, во-первых, скажу, как его лучше сделать. Вот. Мы, кстати, с радостью примем также с вашего царского стола угощение, которыми Соломон угощал своих подопечных священников, пророков, так что можете с нами также делиться, мы не против. Но самое главное, друзья мои, в этом праздновании есть оглушительный пророческий момент. Соломон практически находился в состоянии, о котором я сегодня буду говорить. Соломон находился в состоянии, ну, можно назвать это верой. Но я считаю, что это состояние, когда Соломон понял, что получил право вообще желать и творить. Он получил право мечтать и воплощать. В буквальном смысле слова он находился в состоянии, когда он э, мог предпринять любые дела и знал, что у него получится. И еще ничего не предпринял, но уже стал это праздновать. У, у Иисуса примерно были так, такой же момент, сейчас я скажу, это пророческий момент заявить о себе. Вы помните, что Иисус, когда пришел после 40-дневного уединения в пустыне, он вошел в синагогу и написано, глаза, он вышел за кафедру, да, и написано, что глаза всех были устремлены на него. Ну, теперь я вам рисую Соломона. Вот Соломон входит в этот Гаваон, он приносит жертвы, то есть люди окружающие его наблюдают за царем молодым и понимают, Соломон ищет Бога. Они знали все, что он делает. Поверьте, друзья, ни для кого не было загадкой, что сейчас делает Соломон. Они понимали, Соломон побаивается своей новой позиции, он чувствует себя несостоятельным. И народ, который за ним наблюдал, ему было важно, так встретился Соломон с Богом или нет. Это тот момент, когда мы становились верующими, помните? И все наше окружение узнавало, что мы, друзья мои, мы это проходили в какой-то степени. Наше окружение узнавало, что мы стали верующими. И знаете, что происходило? Они наблюдали за нами: встреча с Богом была или нет. Покажет ли твоя жизнь, что ты действительно с Богом, либо ты в какую-то секту попал. И я скажу: хвала моему отцу за то, что я свое свою встречу с Богом отстоял, всех, кто меня критиковали, рты позакрывали. Вот. И мои любимые родители, благодаря этому обращению моему, да, они увидели, что есть благоволение отца на моей жизни. Они также много лет уже меня поддерживают и в моем шествии, и в моем служении. Они глубоко верующие люди. С Соломона была такая же тема. Сейчас, когда вы э, вот встретились, если так позже сказать, имели свою эту ночь Соломона, имели свой Гаваон, я хочу, чтобы произошло примерно то же самое, что у вас было в начале вашего пути с отцом. Вам надо, друзья мои, как этот Соломон. Возможно, это будет для кого-то не так просто, но чтобы как можно больше. Число ваших друзей, родных, там, пусть их будет немного, ну хотя бы тех, кто вас знает, узнали, что у вас была встреча с отцом. Что это дает? Первое это наш любимый метод сжигать мосты. Знаешь, это называется подставиться. Пусть все теперь знают. Знаете, я когда уверовал, я помню, однажды отец мне сказал: возьми записную книжку, я взял записную книжку, таких телефонов тогда еще не было. И он мне сказал, бери сейчас и обзванивай всех своих друзей и скажи, что ты мой сын. И я помню, у меня аж чуть плохо не стало. Я такой, господи, я с некоторыми из них такие вещи творил. Там, что как я им скажу? Там, и что называется, и мужчины, и женщины, которые видели меня другого там. Он говорит, ну ты же умер. Я умер. Ну вот и делай. Вот. Сейчас этого делать не надо, друзья мои, я никого не призываю это делать, но есть несколько свидетелей вокруг вас, которые должны знать, что у вас в, эти, в этот период, вот когда мы начали учиться, уже месяц мы учимся, что у вас в этот период был э, э, вот этот Гаваон, ночь Соломона. Примерно как это может звучать? Ты можешь кому-то рассказать, ты представляешь, вот я сейчас... Даже про курс можешь рассказать. И вот я учусь, и Отец Небесный, Он говорил со мной все это время. И я понял, что теперь моя жизнь будет совершенно по-другому выглядеть финансово, как управленца. Вот что-то такое. И я хочу, чтобы ты это отметил, отпраздновал. Как можно это отпраздновать? Ты можешь сделать пирушку, в этом нет никаких проблем. Делай это любым удобным способом. Самое главное, что ты можешь сделать, это вот это ну, засвидетельствовать. Иисус вышел за кафедру и сказал, «Дух Господа Бога на мне». Ибо он помазал, заметьте, друзья мои, еще ни один пленный не был освобожден, ни одного чуда не было сделано. Иисус говорит, ныне исполнилось Писание, которое вы читали. То есть Практически он тоже подставился. И вот в синагоге он это говорил, представьте, и начал орать одержимый мужик. Как похоже, Соломон вышел, раздал жертву благодарения, и тут же пришли две женщины. Ну давай! Вот это примерно то, что с вами должно произойти. И это расширит твой шаг. Точно как это расширило шаг Иисуса, все увидели. Во-первых, благодать лилась из уст, его все думали, вау, он точно что-то из себя представляет. Во-вторых, тут же сложилась ситуация, где нужно было проявиться. И она у тебя, ну, сложится эта ситуация, мы о ней говорили. По сути, это твоя путевка в жизнь, какая-то ситуация, где нужно будет проявиться. Но перед этим сделай праздник. Пусть все узнают, что ты теперь другой, что ты теперь царь, что ты теперь больше Соломона. Друзья мои, это безумие. Если у тебя есть свой бизнес, я скажу тебе, как надо делать. Я еще сильнее тебе скажу. Тебе надо сказать, я получил водительство от Бога, как мне теперь расширить свой удел, владычество, бизнес. И знаешь, что после этого начнется? Все начнут смотреть на тебя. О, боже мой, это же так сложно. Не, друзья мои, это не сложно. На самом деле это жизненно нужно. А если ты еще этих ребят пригласишь на пир и скажешь, отметим теперь мою победу, ты скажешь, это подстава. Кто-то скажет, это подстава, это подстава, подстава. Ну, как вы думаете, после того, как Соломон принес в Гаваоне тысячу всесожжений, пережил этот сон, народ наблюдает за ним. Ну что, ну что, Соломон, ты получил от Бога, что хотел, мы можем уже тебе доверять. Он выходит и делает пир для них. И они такие, о, -о, -о похоже, что все нормально. И там написано, что он принес жертву мирную. Все сожжения и жертву мирную. То есть часть он полностью там сжег все сожжения, мы уже знаем, что такое. А жертва мирная, это жертва из усердия, которую еще можно было есть, ну, кушать ее. То есть практически разделиться своими там друзьями. И вот, друзья мои, вот это примерно тот пир, который вам нужно совершить. Его смысл не просто отпраздновать, хотя это праздник прежде всего для вас. А обязательно себе его сделайте. Сделайте праздник. Скажите, Господь, я благодарю тебя теперь я знаю, я знаю, я знаю, что все будет по-другому. Я сейчас скажу, что образовалось внутри Соломона, из-за чего он стал такой деятельный и крутой. И вы обязательно это сделайте, обязательно сделайте это для себя, ваша душа должна запомнить. Я вам хочу сказать, что праздники еврейские, они устанавливались для этого, чтобы человек не забыл, Можете себе этот день, когда вы будете праздновать, даже в календаре отметить и празднуйте его каждый год. И говорите: это год, когда я вышел из прежнего уровня э, ну, э, финансового и вошел в новый. Я бросаю вам вызов. Ведь Соломон потом, когда, как я уже говорил, построил храм, он принес жертву, и это была жертва огромная. Там тысячи и тысячи и тысячи животных были, десятки тысяч принесены в жертву. Знаете, что это означает? Он мог себе уже это позволить. Но я хочу тебе сказать, сделай это через год, вот за столбе эту дату, когда ты будешь праздновать, и посмотришь, на что твои финансы будут способны через год. Хотя бы через год. И отмечай каждый год. Ты будешь видеть каждый год переход из славы в славу. Вот такое простое задание. Я думаю, что это несложно. Запомни дату, когда ты будешь это праздновать. И именно отпразднуй. Итак, друзья мои, я надеюсь, вам нравится все, что я говорю. Мне лично нравится очень. И вот что я вижу, друзья мои, что Соломон почувствовал, в момент, вот в этот момент он почувствовал, он дал своей душе прочувствовать, принял эту трансляцию с неба, что у него все будет очень, очень, очень хорошо. Поэтому самое главное, друг мой, я хочу с тобой сегодня общаться вот на такую тему. Исполнение желаний. Вау, скажи желание, желание. Можешь еще сказать несколько таких вот вещей, как мечта, желание воплощение. Одно одно из э, действий, которое Соломон пережил в ту ночь, его голова полностью изменилась, его мозг он полностью трансформировался, и это было не просто какой-то килограмм мудрости на голову. Я считаю, друзья мои, у меня есть э, прямо такое безумное откровение, что Соломон буквально опередил время познав в ту ночь что бог заинтересован исполнять его желание почему я... вау друзья мои почему я говорю что это опередившее время переживания во-первых забегая вперед я вам хочу сказать что все люди которые дерзали у бога что-то просить веря в то что их желание будет исполнено, в Ветхом Завете это была достаточно большая, ну, редкость. Все, что можно было просить, было прописано. Грехи, закон, все дела. И э, я уже упоминала за это, да, что Соломон, он был воспитан исполнять закон, а не э, говорить Богу, что ему делать. И поэтому э, такие люди... Они реально отмечены в Библии как особые красавчики. Теперь я начинаю за желание говорит. Особенные красавчики в Ветхом Завете. Это были наглецы, которые удосуживались просить у Бога в соответствии со своими желаниями что-то. Например, когда э, отец верующих Авраам, вспомните его, друзья мои, он ничего не просил у Бога. Даже когда Отец Небесный пришел к нему и сказал, Авраам, я твое благословение. Что сказал Авраам? Говорит, а что ты мне дашь? У меня как бы все есть, но сына у меня нету. И Отец Небесный навязывал ему желание стать отцом народов. Не один год на это ушел. То есть у Авраама даже мысль не сказала, а ты можешь сына мне дать? Дай мне сына, это мое большое желание. Он знаете, как типа, ну, я понимаю, что не будет у меня сына. И Бог производил в нем желание и действия. Одним из таких еще красавчиков был всенародно известный Иавис, или Иавис, как правильно там, да, который, молитву которого мы все, наверное, в какой-то период жизни слышали да, и изучали ее. Она звучила, звучала так. О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, второе, да, и рука твоя была бы со мной, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал. Вот его молитва, друзья, я еще с тех времен помню ее на память. И написано об этом Иависе, что он был знаменитее всех своих братьев. Почему? Потому что он осмелился вот просить у Бога вот такие вещи. Все остальные ну жили и там, знаешь, и как бы не дерзали ни о чем больше. Он попросил, расширь мои пределы. Мне тесно. Бог, мне тесно. Я устал все время бояться, что какие-то враги, там, знаешь, опасности. Он говорит, рука твоя была бы со мной, охраняя меня от зла. И во-вторых, говорит, ненавижу кисляк. Я хочу жить и не горевать. Можно мне это, Бог? И написано, и Бог не спаслал ему, чего он просил. Нашелся красавчик, который среди братьев вот так жил и думает, а может я, а может я любимчик, а может я красавчик, а может мне можно? И он осмелился желать, друзья мои, это почему я говорю, что эта позиция опережает время. Потому что желать как я уже говорил в, в других своих видео, желать, друзья мои, это позиция сына. Раб, он не может ничего желать, он делает то, что положено. Желать, написано, дух дышит где, что хочет. Хотеть ⁇ это позиция свободного духа. Ты дух, рожденный от духа, ты имеешь власть желать. Причем желать, друзья мои, не просто какие-то, знаешь, хотения, которым свойственно все люди, всем людям желать Божьих вещей. Он говорит: Благослови меня твоим благословением вот этот Явис. И Соломон просил Божьих вещей, небо сразу же отреагировало. Соломон получил эту трансляцию: Я дам тебе все. Что произошло с Соломоном, друзья мои? С Соломоном произошла такая штука, что он вдруг получил огромную свободу для творческих э, действий. Он мог предпринять все, что угодно, и знал, у меня получится. И второе, он постоянно желал. Я вам сейчас это покажу. Вот, например, Екклесиас, вторая глава. Уже подунывший Соломон говорит такие слова. Он описывает свою прошлую жизнь, радостную. Безрадостный Соломон в Екклесиасте описывает свою радостную жизнь. Смотрите, как она увлекательно выглядит. «Я предпринял большие дела. Я построил себе дом, домы, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи, насадил в них всякие плодовитые дерева, сделал себе водоемы, для орошения. Приобрел себе слуг, служанок, домочадцы были у меня. Крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Это, кстати, фраза, означающая, что до него не было столько. Буквально Соломон поднялся. Кто-то говорит, да ему и так там по наследству все передано. Нет, друзья мои. Честно, Соломон воцарился, он не был так сильно богат. Более того, ну, по отношению именно к царской позиции он вообще не был сильно богат. Ему оставили много материала на храм, а все остальное, буквально, он пришел и, почитая себя ничего не имевшим, как мы говорили, ну, раскрутился. И вот он здесь написано, что он: я приобрел себе, я построил, скота у меня было больше прежде, чем всех, кто был прежде меня в Иерусалиме. Самое любимое ваша, собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей, завел у себя певцов, певиц и услаждения сынов человеческих. Разные музыкальные орудия. То есть он, знаете, там музыки захотелось, он все делал. И кто-то может сказать, ну вот видишь, он золото и серебро собрал у царей областных. Ну, я тебе так скажу, ты можешь тоже попробовать собрать у кого-нибудь золото и серебро, даже не у царей. Иди хотя бы у соседей попроси, что они тебе дадут. Или у коллег по работе. Это совершенно другая ситуация. Но давайте посмотрим дальше. Почему он все это делал? Смотрите. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им. И не возбранял сердцу моему никакого веселья. Потому что, скажи, потому что. Сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моей долей от всех моих трудов. Еще все такие труды, да, что он там копал, камень колотил, ничего он такого не делал. Его труды были это много желать и ни в чем себе не отказывать, друзья мои. Вот смотрите, он говорит, чего бы глаза мои не пожелали, я понимаю, что у многих из вас сразу горем перед глазами там. <смешно> <смешно> Но дело не только в Гареме, друзья мои. Что интересно, даже Гарем, почему отец его не остановил? И не сказал "Мы так, вот это пятая твоя жена, хватит тебе уже. В буквальном смысле слова, представляете, Соломон жил в состоянии, вот как мы его называем, сыновнее состояние, все мне с рук сойдет. Если ты раб, ты, конечно, ну, не поймешь никогда этого. Но отец открыл в нем способность желать, потому что у всех, он говорит, я не возбранял себе. Он практически он не запрещал себе желать ничего. И он первое, что начал делать, он первое начал проявлять творческую способность, творческую инициативу. Он там делал большие дела, там насаждал, музыкантов заводил. То есть он знал, что он все это может делать. И Смотрите, чем все закончилось. да? Он говорит, «И сказал я в сердце моем, это уже потом, меня постигнет та же участь, как и глупого, к чему же я сделался мудрым? Затасковал Соломон». Друзья мои, вот я вам скажу, это уже в, следующем, в следующих уроках мы будем это рассматривать, почему затасковал Соломон. Из всех перечисленных дел в книге «Экклесиаст» Соломон много говорит, чем он занимался я не нашел ни одного слова о том, что я построил храм. К моменту написания книги иклесяс Соломон только вспоминал о тех денечках, когда он мог менять, открывать отцу свои желания, мечтать о чем-то. И он говорит, во всех трудах я радовался, сердце мое веселилось. Закончилась тема, говорит, ну и зачем я соделался мудрым? И называет, что мудрый, быть мудрым, это тоже суета. То есть Соломон погас. Бога уже не было в его жизни в этот момент. Это было э, впоследствии. Но когда Соломон двигался в своем призвании, очевидно, он про храм больше не вспоминает. Он говорит: Я построил себе домы. Эй, мужик, ты храм Богу построил. Но Соломона это уже не радовало. Он в своем призвании не был счастлив. Иными словами, он утратил свое призвание, и поэтому все это ему уже было как суета и радость была утрачена. Забегая вперед, я вам скажу, что, конечно, призвание, как сам Соломон говорит, кто может радоваться без него, без Бога? Когда он оказался в этом плачевном состоянии, все, что он сделал, не приносило ему никакой радости. Поэтому в следующих уроках мы, я буду показывать, буквально вам открывать, друзья мои, и мы будем погружаться в это откровение как сильно призвание питает все корни твоего преуспевания. Это именно та причина, скажу вам по секрету, почему всех-всех-всех Бог приглашал и приучал к мысли «служи мне». Знаете, раб, он думает «служить? Да нет, и что?» А праведник, он, ну или как сын Божий, он думает «вау, служить круто, с отцом в одном бизнесе, ты представляешь, я буду всем управлять». Это совершенно другое. И смотрите, сам Соломон, он говорит о наслаждении в Екклесиаст он пишет: кто может есть и кто может наслаждаться без него? Я увидел, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, это доля его. Вот еще и что нашел доброго и приятного: наслаждаться добром во всех трудах своих. Ну еще он там пишет: есть и пить, это понятно, это никому не надо объяснять, что это наслаждение. И он говорит, если человеку дал Бог богатство, и он может этим пользоваться, то наслаждаться от трудов своих – это дар Божий. Соломон связывает наслаждение с творческой инициативой, способностью творить. Он говорит, практически он перемещает мышление в рай. В Эдеме, друзья мои, Эдем – это наслаждение. Что человек делал? Написано, что он был поставлен или как населен поселен в этом месте для того, чтобы возделывать сад. Друзья мои, вы понимаете разницу между возделывать, это равно творить, и зарабатывать на хлеб. Вот это вся разница. Поэтому он говорит, когда ты наслаждаешься тем, что делаешь, это Божий дар, это реально подарок, это круто. И Соломон испытывал это. Вот что ощущал Соломон, друзья мои, в это утро на престоле. Это то, о чем мы сегодня, друзья мои, говорим. Кайф, наслаждение, эйфория от того, что ты теперь можешь желать, точно знать, что Бог настроен воплотить, осуществить, помочь тебе увидеть воплощение всех своих желаний. Сейчас мы еще за желание поговорим. И Третье ⁇ это то, что Соломону не терпелось. Поскорее попробовать, как это работает. Примерно этот азарт имел Елисей, когда получил двойное помазание. Мы часто это вспоминаем. Помните, он схватил мантию там быстрее. Где Бог? Где Бог? Или он тут же испытал это. И это вообще нормальная тема. Самуил наставлял Саула, он говорит, вот переживешь эти вещи, сразу говорит, делай, что может рука твоя. Ты еще, может, не знаешь, он не, знаете, вот как Самуил, он не сказал, что делать э, Саулу. Он говорит, ну вот пойдешь, и будет какая-то ситуация. И там тоже была неприятность, враг нашел. Саул встал, там разрубил что-то, там разослал, собрал народ и победил, и праздновал. Соломону тоже не была дана инструкция, как разбогатеть. Но, когда Бог, вот услышьте меня, когда Бог сказал, что даст ему и то, и это, и вот это в Соломоне в этот момент поднялась страсть предпринимать что-то. Потому что теперь все двери открыты. Это то, чего до христиан иногда мои друзья не доходят. Они говорят, Бог сказал мне, что даст. И сиди 20 лет, ждет как будто сейчас. Каким-то образом, вот знаете, как в сказке, там скатерть самобранка растелится, там, или еще что-то. Друзья мои, это не управление. Управление ⁇ это когда ты знаешь, что тебе теперь вести будет во всем, за что бы ты ни взялся. Удача будет сопутствовать тебе. Удача от слова ⁇ удалось ⁇ воз... Все, за что ты не возьмешься, будет получаться. Мы говорили в прошлом уроке, ⁇ твердо знаешь, что намерение, которое есть в моем сердце, оно исполнится. И, как мы говорим, вера ⁇ это есть осуществление ожидаемого. Нам долго говорили, что осуществление ожидаемого, это когда ты находишься в состоянии ожидания, а оно происходит. Нет, осуществление ожидаемого, это уверенность. Я сейчас пойду это осуществлять, и ожидаемое сбудется. Для меня, например, как для управленца, мне даже не интересно, когда что-то будет мне даваться. Мне нравится, что я что-то делаю, и у меня получается. В этом и есть управление, друзья мои, что-то сделать, предпринять. Вот как Соломон говорит, я предпринял большие дела, я не боялся. У меня все получалось. Я радовался, я знал, что это моя доля. Доля царя, мои друзья, это предпринимать и чтобы у тебя получалось. Скажи на это твердое аминь. И теперь давайте вернемся к нашим желаниям. Скажи, желание, мой друг. Что я вижу из проповеди Иисуса, друзья мои? Он принес, как вы знаете, новое. Он принес совершенно новую эпоху, подход, осмысление к жизни. И одна из, можно сказать, потрясающих, сумасшедших вещей, которую проповедовал Иисус ветхим, ветхозаветным людям, услышьте меня. Он проповедовал о том, что великий Бог всемогущий. Иегова. Он хочет, это просто вообще, это звучало как безумие, исполнить твои желания. Практически его проповедь, она была такая, ребята, теперь можно желать. Потому что теперь рабство закончилось. И теперь все будет происходить через ваши желания. И отсюда берется предсказание Ветхого Завета. Он исполнит желание сердца праведника. А кто в Ветхом Завете был праведником? Никого. Все согрешили и лишены славы Божьей. То есть это о нас предсказывалось. О нас. И легко себя называть праведником. Мы говорим, по вере. Ну все, в Библии написано, мы праведники. Давайте себя назовем праведниками. А как насчет исполнения желаний? Если ты в своей жизни, вот я тебе сейчас что-то скажу, по-настоящему убедился, что ты праведник, у меня тогда к тебе большой вопрос. Видел ли ты исполнение своих желаний? Слово Божье четко и ясно говорит, желания праведника, сердца праведника исполняются. Почему тогда мы видим и слышим со всех сторон, что что-то не происходит годами в жизнях тех самых, кто называет себя праведниками. Ну а сегодня, слава Богу, друзья мои, мы можем с этим разобраться. Первое. Первое. Скажи еще раз это. Желание. Отец Небесный прямо устами своего сына пришел сказать, новый завет, новое твое положение, твоя свобода, напрямую связано с твоими желаниями. Я теперь буду действовать энергией твоих желаний. Вот вдумайся сейчас в эту фразу и запомни. Энергия моего желания. Бог производит в нас желание и потом действие, поступки. Это означает, что топливом твоих поступков, твоих, вот то, что делал Соломон, предпринимательством, является желание. И поэтому Отец Небесный заложил целую, целое искусство работы с твоими желаниями, потому что именно они будут двигать тебя. Это простой, друзья мои, простая истина, которая звучит примерно так. Когда ты чего-то не желаешь, когда ты чего-то не желаешь, ты будешь всеми, э, всеми своими усилиями противиться этому. То есть ты чего-то не хочешь, и ты избегаешь этого. Ты будешь э, всячески уклоняться от этого. Поэтому отец, он говорит, а давай от обратного. Давай от обратного. Мы возьмем и рассмотрим твои желания. Тебе как это? Первая мысль религиозного человека, это, да будет он мои желания исполнять, это надо его волю исполнять, в его воле быть. И это тоже правильно, его волю надо исполнять, а воля его в том, чтобы ты открывал свои желания перед ним. Посмотрите на Соломона, теперь смотрите, Иисус приходит, дайте пару мест просто накину, чтобы вы понимали, Марка 11.24. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, получите и будет вам. Все, чего не будете просить в молитве. Друзья мои, все это все. Вот здесь даже не сказано, что если вы будете просить все правильно в молитве, вы получите. Буквально открывается, он, как говорит, смелее. Даже если ты попросишь что-то не то, ничего страшного. Кто-то скажет, оно не, не сбудется. Сбудется. Многое, друзья мои, может сбыться даже о чем ты потом передумаешь. Поэтому сразу надо. Сразу надо учиться с желаниями работать. Смотрите дальше. Если прибудете во мне и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите и будет вам. Смотрите. Кто-то, ага, ну понятно, что слова мои прибудут, сразу какие-то условия. Это не условия, это принцип. Он говорит, смотрите, есть секрет. Вы же хотите, чтобы ваши желания исполнялись? хотите. Говорит, я вам скажу, что я и пришел сюда для того, чтобы ваши желания исполнялись. И я вам говорю секрет. Пребывать во мне и чтобы слова мои в вас пребывали. И тогда просите, будет вам. То есть в буквальном смысле слова желание исполнится. Сейчас мы вернемся, как это делать. Иоанна 15, 16. Не вы меня избрали, а я вас избрал. Поставил вас чтобы вы приносили плод и чтобы плод ваш пребывал. О, это похоже на какое-то задание, спецзадание. Это опять какое-то служение. Нет. Смотрите, он говорит, дабы, вот это все, это дабы, чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Он озвучивает какие-то принципы, которые я бы назвал так, принципы воплощения желаний. И так далее. Все, чего не попросите в молитве с верой, получите. Все, чего не попросите. Вау, так здорово. Все. Реально написано. Все. Не все правильное, а все. В буквальном смысле слова он снимает с нас ограничения. Он говорит, смотрите, самое главное. Твое желание, озвученное, вот как мы говорим, как эхо, в молитве с верой, вы получаете. Приготовьте, что вы будете получать буквально все. Все. Он конкретно, друзья мои, я не преувеличиваю, я ничего не натягиваю. Написано: все, чего не попросите, все, чего не попросите. Просить, мои друзья, это не клянчить. Вот принцип, который мы все прекрасно слышали, знаем. Написано, что открывать свое желание. Давайте зачитаем это. Это все делается в радости, все, все делается в торжестве. Филиппийцам 4:6 «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». И дальше обещается, что будет некое действие, действие, которое вопло... будет воплощать желание. Он говорит, «И мир Божий, который выше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе и Иисусе». Это не о морали, друзья мои. Говорится о желаниях которыми ты перетекаешь с отцом. Ты говоришь желание, в ответ на это тебе обещано действие животворящего духа, который будет соблюдать, как написано, помыслы и сердца ваши во Христе Иисусе. Что это означает? В животворящем духе. В том духе, который будет это творить. Потому что религиозный ум здесь видит мораль. Он говорит, а, ну я буду ему говорить желание, а в ответ на это шалом будет приходить и с такой мыслью, тебе это не надо, успокойся, тебе это не надо, успокойся. Но Иисус, когда говорит о исполнении желаний, он говорит о вере. Он говорит, верьте, что получите. И самое главное, дает концепцию. Он говорит с тобой в этот момент, когда ты будешь говорить о своих желаниях, сейчас мы все сузим до желаний, до перетекания, когда ты будешь открывать Богу свои желания, Отцу. Предусмотрено о тебе действие животворящего духа, который будет соблюдать твои помышления и сердце в вере, чтобы это сбылось. Практически ты сидишь у камина с отцом и мечтаешь. Я бы так хотел, чтобы было вот так и так. Я бы так хотел, чтобы было так и так. В это время помазание действует так, что ты сам, во-первых, запоминаешь то, чего ты хочешь. Самая ошибка страшная, что мы говорим, сегодня мы это хотим, завтра мы это хотим, через год тебе скажи, что ты просил год назад, ты даже вспомнить не можешь. Поэтому я тебе советую, и это не новость, я тебе советую свои желания записывать. Вот говоришь ты с отцом, это как озвучивание своей мечты, почему и говорится, открывайте свое сердце. Я в свое время, друзья мои, был научен открывать отцу свои желания, даже плохие. Это помогало мне избавиться от давления похотей. Почему? Потому что ну, мир Божий, да, он очищал меня от давления похотей. То есть я понимал, что я не могу с этим, например, с чем-то справиться, но я открывал это, и это просто устранялось. И здесь есть момент. Похоть – это желание вора, желание, навязанное извне. Если у тебя нет своих сильных желаний, запомни, мой друг, если у тебя нет своих осознанных сильных желаний, тебе их подсунут. Ты будешь желать чужие желания. Есть, знаете, вот желание, которое мне не принадлежит. Например, когда Давид взял чужую женщину, пророк ему говорил интересную притчу. Он ему говорит, вот был момент, шел гость, какой-то человек и зашел в гости и попросил еды. И этого гостя, друзья мои, он сравнивал, сопоставлял с внезапно возникшим желанием Давида завладеть чужим. То есть, исходя из этой притчи, пророк говорит, вот это желание, которое тебя посетило, это просто как ночной гость. Вот оно зашло к тебе. Знаешь, и здесь то же самое. Если чем, Давид не был тогда занят желаниями, он не пошел на войну, у него не было своей цели, и поэтому желание заскочило к нему. Худшие из преступлений рождаются, когда человеку нечем заняться. Что называется? От безделия. Не того безделия, из-за которого избрание происходит, а из-за а из безделия уже после избрания, когда он не хочет, ему уже не интересно его избрание. Но я сейчас возвращаюсь. Смотрите, желание – это искусство. Иисус сразу начал учить людей желать. Он говорит, что желания твои воплотятся. Он говорит, тебе нужно сейчас понять, что ты теперь сын, тебе можно желать. Есть способы воплощения желаний. И все сводится, друзья мои, к тому, что сам Бог, Он производит в тебе желание. Раньше это больше выглядело как угошение. Знаете, вот заповедь это как, что ты тут желать будешь? Вот тебе заповедь, желаю ее соблюдать. И люди такие, ну да, найти в себе желание соблюдать заповеди смогли только избранные, о них тоже написано. А были красавчики, вроде Соломона, вроде Ависа, о котором я вам говорил, которые осмелились желать еще до того, как им объявили, что это можно. И Богу это нравилось. Вы представляете, Богу это нравилось. Меня это вообще восторгает. Богу нравилось, что вот эти ребята, они позволили себе желать. И поэтому сегодня моя фраза, которую я говорю уже много лет, я говорю, религия, она ищет приказов. Она все время озирается, В воле ли я... Друзья мои, я вам задаю вопрос по филиппийцам, 4 главе. Здесь написано озвучивать святые желания перед Богом или вообще желания. Когда Иисус говорит все, о чем не попросите, это не выглядит э, как то, что тебе с рук все сойдет. Когда Соломону было позволено желать, и он написано, я ни в чем себе не отказывал, на что бы глаза мои не попали, э, я ни в чем себе не отказывал. И он не говорит вот эти вещи. И в этом была моя ошибка. Нет, он так не говорит. Он говорит, но была радость в сердце. И огромная творческая энергия. Я предпринял великие дела. Почему ты сегодня не можешь предпринять великие дела? Потому что ты не можешь осмелиться желать по-сумасшедшему. Желание, друзья мои, это двигатель. Оно поднимет тебя и из любого, знаете, сна. Оно поднимет тебя вот вообще на любое дело ты становишься, знаете, как вот в народе иногда говорят, охота пуще неволи. То есть, когда желание, оно берет тебя в плен, и ты просто готов на все. Давайте посмотрим личную жизнь. Понравилось тебе, полюбил ты женщину или полюбила мужчину. На какое только творчество не пойдет человек в этом состоянии. Желание поднимает его, оно лишает его сна. Самое главное, что ему сон этот и не нужен. Он не хочет уже ни спать, ни есть. Потому что главное желание обуревает его, он все, он хочет э, любить предмет своего обожания, хочет завладеть этим предметом, хочет завести к себе его домой, дать ему там все, знаете, проявить творчество, он там все делает. И вот что делает желание с человеком. Почему, друзья мои, он говорит, я не возбранял себе? Соломон со своей мудростью, он проницал человеческую душу, он понимал прекрасно, что люди религиозные, они в основном привыкли подавлять свои желания, даже стесняться их. Никогда в жизни они с Богом не говорят о желаниях, они говорят о Его воле, о Его заповеди. Они никогда с ними не говорят о своей мечте. И вот перед вами, друзья мои, сидит один из таких красавчиков, который разрешил себе желать по-сумасшедшему. Я добился буквально в, своем, в своей страсти, того, что отец слушает меня ощутимо. Он мне добился того, что он транслирует в мою жизнь, говорит, любое твое намерение будет исполнено. И кто-то может сказать, ну ты наглец вообще. Друзья мои, мне самому иногда не верится, что это со мной происходит. Я не знаю до конца, что будет дальше. Серьезно, я вам просто, вот, знаете, как у нас не уроки, а такое, как общение. Даже больше. Я хочу вас погружать в тот мир, который мне открыт. И это самая правильная проповедь, потому что мы говорим, что видим. Я сейчас озвучиваю то, что я вижу. Нет ничего более сильного в моей жизни, чем факт того, что отец вместе с открытием сына открывает мне еще одну. Серцевину, или если можно не еще одну сер сердцевину, а еще одну грань, или сердцевину того, услышьте меня, что происходит с Сыном Божьим. Божий Сын имеет власть желать. И поэтому, когда он имеет власть желать, у него развязываются руки. Он не боится, что он сделает что-то не то. Друзья мои, когда Бог развязывает тебе руки, чтобы желать, как ты думаешь, Он знает, что ты можешь делать что-нибудь не то? Знает. Как ему хватает родительской беспечности сказать своим детям, что любое ваше желание исполнится. Все, что пожелаете. Ну тут не так контекст, надо не так понимать, тут надо, чтобы слово в тебе пребывало. А пребывающее во мне слово так и говорит. Все, чего не пожелаешь. Мир Божий, он говорит, будь спокоен в своих желаниях. Мир Божий откликается на открытие желания, говорит, будь спокоен. Вот оно эхо. Говорит, открывайте свои желания и мир Божий. Будь спокоен. И я сам возьму это желание. И я сам буду соблюдать тебя, чтобы это желание никуда не исчезло. Во Христе буду соблюдать твои мысли и сердце. Что это означает? Он знает, что ты забудешь на завтра. Он говорит, с тебя только одно. Мечтай со мной. Мечтай со мной. Открывай мне свое желание. Нет ничего лучше, чем сесть у камина с отцом и открывать ему свои мечты. Мечтай, 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 мечтай. И ты будешь видеть не просто, друзья мои, это не забивание головы, это не какие-то картинки самовнушения. Это реально открытая дверь для действия шалома, мира вот этого, этой потрясающей силы воплощения, которая специально открыта нам, Отцом, чтобы наши желания сбылись. Вот пребывать в Его Слове это, это и значит. И Соломон, друзья мои, мы сегодня говорим за утро на престоле. Соломон понял это в ту ночь. Вот я хочу, чтобы ты на своем престоле сидел, с этими же чувствованиями. Потому что в нас должны быть те же чувствования. Смотрите. Иисус говорит. Отец любит сына. И все отдал в руки его. Где-то написано, друзья мои, что отец любит сына. И поэтому дал ему, ну, дал ему за послушание вот то-то и то-то. Нет. Он говорит, любит сына, поэтому все отдал в руки. А если он все испоганит? Это невозможно. Самое главное, что тебе нужно знать в своей жизни, невозможно все испоганить. Невозможно. Именно мысль, что можно все испортить, и заставляет тебя все портить. Потому что в следующий день, когда ты ошибаешься, ты говоришь ему, я все испортил. И если бы ты услышал, он говорит, я в три дня тебя восстановлю. Животворящий дух, он так устроен. Если бы вы только получили, мои друзья, откровение, как животворящий дух может восстановить тебя за три дня. Ты просто, вот когда с тобой проблема происходит, сразу себе скажи, максимум три дня, максимум. Конечно, мы нашу жизнь не измеряем днями, да, но для того, чтобы это было осознанно, можно это сделать. И засекай. У меня уже есть это тренинг, практика внутри. Я вам откровенно говорю, когда со мной происходит какое-то то, что мне кажется, что я там ниже плинтуса одета или еще что-то, да, со мной иногда такое происходит то я беру себе и говорю, ну тихо-тихо, давай, не спеши, животворящий дух сейчас восстановит, как волосы на голове Соломона. На тебе снова почувствуется помазание снаружи. В тебе снова забрежут потрясающие мысли. Почему? Потому что отец ⁇ это его природа, это и есть производящий жизнь, дух. И Соломон, мои друзья, он в ту ночь, он вкурил это, он вкусил это, он рассмаковал это, он вышел таким, вау, вот примерно то, что я вам транслирую уже 2-3 года. Он такой, так теперь все можно, и все мне с рук сойдет, и ни в чем себе отказывать не надо. И небо ему в этот момент отвечало эхом, можно, можно. Я удивляюсь нашему отцу, знаете, когда Давид согрешил, Бог с ним говорил и говорит, зачем ты это сделал? Если бы ты сказал, что тебе надо еще, я бы дал тебе. Я читал, помню, думаю, что это за странное какое-то послание. Я бы, говорит, дал тебе. Зачем же ты сделал такое злое дело? Проблема была Давида в том, что он со своим желанием не пошел к Богу. И я уверен на сто процентов, что та страсть, жажда, которая возникла у него, когда этот гость посетил его. Отец бы ему показал, знаете, ну вот, я не знаю, что он ему мог показать, но его слова звучат так. Я бы дал тебе, если тебе мало. Если для твоей души чего-то мало, не воруй. Не принимай этих гостей, не надо тебе. У меня все есть для тебя. Ко мне иди со своими желаниями. Пример приведу, друзья мои, я привык свою личную жизнь там выворачивать. Был момент в моей жизни, период, когда у меня с личной жизнью было очень плохо. И мне, как мужчине, мне было тяжело. Я это рассказывал где-то уже и раньше, но я скажу так. Потому что есть люди, которые впервые вообще с нами, они на этом курсе. И я помню, отец мне сказал через это место: Он говорит: открывай свои желания мне. Я говорю, ну я тебе открываю свое желание, я хочу спасти людей, души спасать. Он говорит: не-не-не святые желания, то ты мне открываешь. Я хочу знать все твои желания. Я такой спросил, все? Он говорит, все. И вот эти тоже, да, 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 да. Вот эти твои мужские там. Ну-ка расскажи мне про свои фантазии. Я аж испугался, думаю, господи, как вообще такое Богу можно говорить вообще? И тогда он мне сказал, ты думаешь, если ты бы мне это не говоришь, я это не знаю? Говори со мной. Я говорю, зачем тебе это? Все люди иногда говорят, ну зачем говорить, если он и так все знает? И тогда отец мне сказал такую потрясающую вещь. Запомните, друзья. Он говорит, если ты не будешь говорить со мной про свои желания, ты будешь говорить про свои желания с демонами. А я этого не хочу. Точно так же, друзья мои, когда человек, он говорит, ну, просить у Бога, там, знаешь, у отца просить богатства, процветания, ну, как-то надо у Бога просить за других людей, за какие-то нужды, там, знаете, за спасение человечества. Вот это Богу нравится. А что если я для себя попрошу, ну это как-то эгоистично. Я часто с таким сталкиваюсь. Я говорю, вот что ты, какое твое желание? И самое интересное, что я только что видел в глазах у этого человека похоть реально, к деньгам, там, к женщинам. Но когда я спрашиваю, давай сейчас Богу будем твои желания озвучивать, он начинает душить из себя слезу и говорить про спасение человечества. Я, я, знаете, таким людям она говорю, что ты гонишь вообще? Зачем ты врешь? Ты лицемер, скажи реально, чего ты хочешь. Потому что ты сейчас в, на, натягиваешь на себя то, чего ты не хочешь. И это желание Бог может в тебя произвести, по-настоящему, эту страсть кого-то спасать. Но начни с того, что скажи свои желания, даже если они низменные. Во-первых, мир Божий тебя наполнит, Он же говорит. Ты сразу ощутишь, что те желания, которые вообще не твои, и ты хочешь от них избавиться, они приходят не в результате выкорчевывания, а в результате ну, того, что ты открываешь и даешь миру, ну, трансляции Божьей что-то делать. И поэтому я начал. Если бы вы только слышали, что я говорил отцу, все свои фантазии я обсуждал с ним. И самое главное, мне это нравилось, потому что я говорю это с ним. Это надежно, он не предаст, он, он не пойдет смеяться с тебя, он ничего не будет делать. И самое главное, мне становилось легче. Один Бог только знает, как я проходил те времена. Всякое было, но, друзья мои, сегодня я счастливый в личной жизни человек. И поэтому, вот, друзья мои, желание имеет огромную энергию, потому что вслед за ним идет действие как Соломон говорит, предпринял я большие дела, я понял, мне можно желать, а значит мне можно творить. Желание, которое, знаешь, ты озвучиваешь, оно должно тебя наполнять творческой энергией. Кто-то говорит, я не знаю, что делать. Начни открывать свои желания. Начни открывать свои желания. И в тебе вот это начнется генерирование творческой энергии. И поэтому, друзья мои, заканчивая сегодняшнее погружение, я оставляю вас вот э, с этим э, указанием на искусство желаний. Работайте со своими желаниями, работайте с ними. Что это, работайте в хорошем смысле. Берете свое желание и не давайте ему исчезнуть. Постоянно его открывайте. Говорите с Отцом, рассматривайте картины, которые будет транслировать мир Божий. Дух Святой, который будет в этот момент действовать, он будет тебя разворачивать, твое желание. Скажу тебе по секрету, мой друг, твои желания вырастут. Через 2-3 года ты будешь желать о таком, о чем ты сейчас даже не дерзаешь думать. Это кажется для тебя нереальностью. Мы с Олей это прошли. И еще проходим. Когда я сегодня говорю, что у меня есть вот такие желания, вдруг я как из жертвой точно. Я ловлю себя на мысли, думаю, боже мой, это 2-3 года назад моими желаниями было вот столько. Сейчас мои у меня желания вот такие. И кто-то скажет, ну ты имеешь в виду видение? Да видение это понятно. Мои личные желания, финансовые, там другие разные, они растут. Они растут, и это нормально, потому что, услышь меня, потому что я огромный, как вся вселенная. Ты огромный, как вся вселенная. У тебя не могут быть мелкие желания, они могут быть в начале, но желания вместе с твоей, с твоей личностью переходят из славы в славу. Помните, да, когда Иисус говорит Петру, говорит: "Сейчас ты идешь куда хочешь, это разрешено в начале, это вообще, но потом говорит тебе тебя поведут куда не хочешь". Это не значит, что у него не было желаний. Помните, когда Павел говорит, Дух Святой пророчествует мне, что я там скорби, страдания, но я хочу этого. Его никто не тянул на повод, это не было, я не хочу, но Бог сказал, нет у Бога вообще такого. Если ты не захочешь, мой друг, никто не отправит тебя ни на какие испытания. Павел хотел этого. Ему было открыто привилегия отдать свою жизнь за это. Если тебе это не открыто, желания в тебе не будет. И, соответственно, не сможешь ты это сделать. Ты будешь себя жалеть и в итоге закончится все позором. Поэтому вначале я хочу, чтобы ты понял, вот как Иисус проповедовал, говорит, все, что пожелаете, они такие, вау, все, что пожелаем. Петру говорит, ты идешь куда хочешь, никаких проблем с этим нет. Я в начале своего пути, когда говорю, отец, какое ты мне даешь призвание, он говорит, занимайся чем хочешь, реально, чем хочешь занимайся. Я занимался чем хотел, всему научился, всему научился. И потом, когда стал отец мне говорить, чего он хочет, для меня это было моим желанием. Я такой: так я могу это делать. Говорит, иди туда, проповедуй. Я могу это делать, я хочу этого. Иногда страшно, но ничего, я все равно хочу. И у меня была сила преодолевать это. Всего лишь потому, что вначале мне было открыто: ты можешь желать. Делай то, что ты считаешь нужным. Соломон вышел с этим царским чувством, посмотрел на свою прислугу и говорит: я вас угощу. Ну, вот, как ты выйдешь, это утро престола, посмотришь на меня и думаешь, я тебя угощу за это чувство. Друзья мои, мне так нравится с вами шутить. Но это не точно. И вот он вышел с вот этим чувством, что он теперь может мечтать, желать, рассказывать Богу. Он прошел самое главное. Он, знаешь, как озвучил такое желание, на которое никто не осмеливался. Получил это в пять раз. Больше от отца, да, и естественно, что потом он уже знал: хм, небо хочет, чтобы я хотел, Бог хочет, чтобы я желал. И он зашел в этом очень далеко. Он вообще себе ни в чем не отказывал. Но пока его желания питали радость от призвания, он был радостным Соломоном. Когда вы видите, Виклисияст он пишет: я сделал великие дела, но храм не упоминает. Это уже говорит, в его сознании храма нет. Он не считает это своим достижением. Это там Давиду было надо. Еще я не знаю, в какое состояние он там погрузился, но ничего хорошего. И радости в этом уже не было. Но об этом мы поговорим в других уроках. Дорогие друзья, я хочу сейчас молиться за вас. Молиться, чтобы дух откровения об энергии желаний, об энергии э, ну, мечты, вот этого разговора у камина ежедневного немножко. Если вы хотите молиться, говорите с отцом о желаниях. Знаете, что будет происходить? Вот если тебя до этого процесса что-то душило, то ты увидишь, ты начал говорить о желаниях, твой мозг устремился в воплощение, ну или как в будущее, да? увидел картины того, что может быть в твоей жизни очень скоро. Тебе становится это все неинтересно. Я недавно разговаривал с одной сестрой, она говорит – ну вот я хочу двигаться, но все время мне кто вот люди меня предают, они что-то делают. Они там это, знаете, как... Она говорит это мне, а я как раз и прохожу то, что предают, воруют, там, жульничают, знаете, обкручиваются. Даже вот пока курс идет, таких людей тут понабежало столько, что... И я ей говорю, а сам очередной раз назидаюсь из своего же источника. Написано, пей своего источника, да? Я ей говорю, послушай... Она говорит, как с этим бороться, как выводить себя из этого состояния, что тебя предали. Я говорю, вот что имею, то и даю. Каждый раз, когда меня окружают неприятности, я предаюсь мечтами о том, что отец хочет и может делать в моей жизни. Свои желания ему говорю. Не говорю ему, о, мое желание, выкинь этого человека из моей жизни, исцели мою рану. Нет, это не работает. Написано, что мир Божий, когда открываешь ему желание, которые есть у тебя, он соблюдает мысли. То есть самый действенный способ это тут же начать говорить с Богом о мечте. Вот тебя предают, и ты говоришь: Ну, предают это понятно, блин, жесть вообще. Мне так не нравится, что меня предают. Я бы побить их хотел. Это как я. Мне всех предателей сразу хочется голову открутить. Ну, это нормальное желание всем иудам – голову открутить вообще. И я прямо отцу говорю: Отец, я злюсь на них. Я хочу им голову открутить. Дай мне шанс просто открутить им голову. И отец всегда говорит: да зачем тебе его голова? Смотри дальше. Ты же помнишь, не просил душ врагов и все. И за это я такой: о, точно, зачем мне этот предатель? Давай посмотрим, что там в будущем. И когда он мне показывает какие-то картины, которые меня будоражат, ну, буквально с юности, с ним вот эти мечты. Мне лучше смотреть в будущее. Я думаю, так, мы там солечка, знаешь, будем там жить в таком месте. Мы будем вот этим заниматься. У нас будет такой успех. У нас будет вот это. И я ему говорю, вот это и мне больше нравится. Отец иногда даже переспрашивает. Он говорит, ты уверен? Может, предателю давай голову открутим? Я говорю, да не, не. Вот давай вот это. Он говорит, так давай так. Или предателю голову, или вот это. Я говорю, не надо предателю. Пусть живет. Я хочу туда. Вот туда, где я сейчас вижу. И что делает Дух Святой? Он берет и меня отождествляет с этой картиной, что я вижу. Об этом много всяких коучингов, семинаров. Они говорят, вот там видение, там, знаете говорят, Но творческая энергия она сокрыта в желании. Немногие друзья, знаете, почему эти коучинги не помогают? У них нет причины желать. Они просто сидят и думают, ну блин, желание. Кто я такой, знаешь? Даже если они так не думают, они так чувствуют. Кто я такой? Чего вселенная там будет мне что-то делать? Ну дай попробую. Пробуют, ничего не сбывается, они кидают это все. А у меня есть опыт. Сбывается. Самый такой, знаете, дерзновенный, наглый момент, когда ты говоришь, нет, я буду в этом. Если ты сегодня голодный, насыщай себя желаниями, благами Божьими, которые приготовлены на твою жизнь. Я говорю с отцом. Например, если ты сегодня голодный, ты можешь сесть и говорить с отцом: Отец, я вот знаю, я так хочу вот мое желание, чтобы никогда у меня больше вот, никакой нужды не было, я хочу сам всех кормить. Я хочу, чтобы человек, который сталкивается со мной, был успешен. И перед съемкой этого вот урока мы разговаривали с Олей, она говорила: вот представляешь, у меня в юности еще, когда я даже и Бога еще не знал, у меня был момент, что я взяла вот так лежала просто однажды и взяла, написала, она покрывали свое желание. Я не буду его сегодня озвучивать, но это такое глобальное желание. И она говорит, года не прошло, но раз и исполнилось, как в Библии написано, один напишет рукой своей, я Господень. То есть написать это важно. Напишите свои желания, я уже говорил сегодня. И говорит, прошел год, и я потом подумала, ой, нет, мне так не понравилось вот этот опыт. И она написала другое желание. Вот это желание я вам озвучу. Она написала, я хочу встретить самого лучшего человека в мире, чтобы он стал моим мужем. И, друзья мои, это не случилось на завтра. Прошли годы и годы, но лучший человек пришел в жизнь Оли. И она говорит, представь, я забыла за это. Недавно, где-то вот последние пару лет, она где-то откопала это и увидела, что все сбылось. Сбылось, все сбылось, друзья мои. И тем более оно сбывается, когда ты делаешь это осознанно. Соломон начал делать это осознанно. Он говорит, мои глаза видели, я чувствовал желание, я уже знал из моего Гаваона, все сбывается и даже больше. Павел нас убеждает, что даже больше, чем вы думаете. И я буду предпринимать великие дела. Поэтому я молюсь сегодня за тебя, мой друг, чтобы вот это откровение о том, что тебе разрешено желать, что в твоей природе заложено не просто пережевывать бесовские желания, вкинутые в тебя, а у тебя теперь новый мир своих желаний. Раньше ты не знал ни что желать, ни как желать. Теперь тебе можно желать все. Теперь тебе можно рассчитывать на то, что все твои желания исполнятся, потому что ты сын, тебе это можно. И даже если тебя и куда-то не туда унесет, отец вернет тебя. Ничего непоправимого ты не можешь сделать. Самое главное, никогда не подумать, что ты сделал что-то непоправимое. Я понимаю, что если твой разум религиозный, он стремится в это, ну как необрезание, да, он сразу хочет. Так что теперь можно делать, что хочешь. Предприми великие дела. Вот прежде, чем ты начнешь гарем себе заводить, мой друг, я смеюсь, конечно. Предприми, предприми великие дела. Вот о чем должно быть желание. Мое желание делать великие дела. Халилюя. Итак, мой друг, я хочу, чтобы ты сейчас просто принял помазание на свой разум. Я верю, что теперь ты сядешь. Что мы сегодня договорились, что мы делаем? Первое. Вы устраиваете пир пророческий и говорите всем, кому только можно, всем, кто вас знает. У меня была ночь с Богом. И теперь я знаю, мои желания начнут исполняться. Вот то, что примерно тебе теперь надо всем говорить. Мои желания в финансах, мое преуспевание, теперь оно начнет исполняться. Нужно быть смелым, чтобы сделать это. Нужно быть смелым. Не только просто в чате небесной цивилизации написать, о, друзья, я знаю, мои желания теперь будут исполняться. Тут все это умеют делать. Скажи тем, кто за тобой наблюдает, за твоей жизнью. Скажи тем, кто даже тебе говорил, что э, у тебя там не видно успеха. Скажи всем этим людям. Не было успеха. Ну и что, а теперь у меня была ночь с моим отцом. И как эхо в мою жизнь, он сказал, теперь у тебя все будет по-другому. Это первое. Второе. Угощай кого-то. Нас можешь угощать. Будешь молодец, если это сделаешь. И третье. Сохраняй это чувство, откровение. Я могу желать. Бери список. Вот прям список и не мелочась, возьми, напиши точечно, не надо много, несколько, вот давай договоримся, там, 7-10 пунктов, чего ты реально хочешь, только, пожалуйста, мои дорогие, последнее, что я скажу, предупреждение, не начинайте вот с таких вещей, как э, мне иногда пишут, я хочу, там, возвести центр на 24 этажа, где будут жить все бедные люди моей страны, там, и я буду их кормить и так далее? Это не то. Скорее всего, это, э, скажу даже, как это выглядит, это такой религиозный момент, прямо, прямо скажу, это религиозный момент самоправедности, когда ты хочешь э, выглядеть лучше, чем ты э, себя чувствуешь. Это вот как я говорил, желания одни, но чтобы Богу заявить, это надо что-то такое говорить, там, ну, такое прямо потрясающее. Скажи конкретно о своем жилье, скажи конкретно о своем деле, из которого будет источник, чтобы давать другим людям, скажи о своем служении, скажи о том, что ты хочешь, чтобы воплотилось как можно быстрее. Кто-то может спросить, так а что, дом, где все кормятся, это плохое желание? Есть ли что невозможное для Бога? Это религия, духомания. Когда воплотятся первые твои желания, ты предпримешь более великие, желания вырастут. И благотворительность, мы еще позже о ней поговорим. Я хочу, чтобы сейчас процветал ты. Моя благотворительность в этом курсе, чтобы процветал ты. Я хочу, чтобы богатым стал ты обеспеченным стал ты, правителем стал ты. И тогда всем вокруг тебя будет хорошо, если ты сохранишь свое сердце в призвании. Об этом еще мы будем говорить. Сегодня я молюсь о тебе, чтобы Дух Откровения, вот этот сверхъестественный мир Божий, который выше твоего ума, он соблюдал тебя в убежденности, что ты полностью, не чуть-чуть свободен что-то желать, а полностью свободен. Добейся, чтобы твое сознание приняло идею, вот это откровение. Полностью свободен, желать все, что угодно. Но есть маленькое но. Все свои желания нужно обсуждать с отцом. Садиться и говорить. Некоторые, конечно, отпадут после этого, но некоторые укоренятся с такой силой, что ты просто встанешь вот так и скажешь, где неприятности, я хочу уже что-то делать. Вот такое утро на престоле, с таким чувством Соломон вышел на царство, еще ничего не делая, но уже всем объявив. Встреча с отцом у меня состоялась. Закрывай свои глаза сейчас. Аллилуйя. Пускай сейчас это отцовская трансляция. Идет в твой дух и в твое сознание. Сын, ты можешь желать. Проси, что хочешь. Буквально все, что хочешь. Перетекай со мной. Расскажи мне, как выглядит бизнес в твоих глазах, каким он должен быть. Чего тебе хочется, не думая о деталях. Сейчас только желание, только мечта. Как должна выглядеть твоя семья как должны выглядеть твои финансы. Можешь даже озвучивать, озвучивать, как выглядит твой достаток. И я прошу тебя только не умничай, мой дорогой друг. Миллиарды, миллионы, это все хорошо. Я хочу сейчас, когда у тебя есть желание, чтобы твое финансовое положение улучшилось, как это выглядит. Аллилуйя. Отец, я высвобождаю твое помазание. То, что я сейчас сделаю, Дух Святой будет постоянно напоминать тебе, помазание будет учить тебя. Желай, сынок, желай, желай. Он будет буквально напоминать тебе, производить в тебе желание, производить в тебе понимание, что нужно желать, что можно желать, свободен желать. Аллилуйя, Отец, я благодарю тебя. Я даже сейчас хочу, друзья мои, сделать такую вещь. Я чувствую готова, как будто, энергия для воплощения. Есть у тебя желание относительно финансов, вот относительно денег, финансов, относительно прибыли, бизнеса. Такое, э, может это кого-то смутить, желание, которое вот реально греет твою душу. Вот которое ты мог сказать, вот если бы так было, вот именно так. Не вот так, там не где-то журавль в небе, а вот так вот. Вот так. Вот мне бы было классно. Может быть, это о жилье, может быть, это о постоянном источнике дохода. Это нормально. Вот сейчас такое желание, позвольте себе, которое тебе бы понравилось. И открой его отцу сейчас. Вот дайте первый такой да, эксперимент. Потом ты уже список будешь писать. Список, кстати, обязательно. 7-10 пунктов, которые ты реально тебя порадуют, если они сбудутся. Вот давай так, год-два срока, чтобы они воплотились. Аллилуйя, отец, я благодарю тебя. Высвобождаю помазание, которое открывает, просвещает глаза. Это помазание свободы для сына. Вместе с эпохой сына пришла эпоха действовать в желаниях. В божественных желаниях души Сына Божьего. Сын Божий не боится роскоши. Он не боится желаний украшать все бриллиантами, золотом, иначе бы его дом так не выглядел, как мы знаем. С мудростью дом обставляется многоценным имуществом. Имущество должно быть хорошим, качественным, замечательным. Мы не стыдимся этого желать. Отец, я высвобождаю это помазание, разбивающее твердыни религии, которая запрещала желать. Смешивая в одну кучу бесовские трансляции с нормальными желаниями Сына Божьего, быть успешным, процветать, иметь хорошую семью, прекрасное здоровье. От помазания распадается всякое ярмо. Вдохни сейчас полной грудью, я могу желать. Пускай сейчас придет эта смелость заявить всем вокруг, я теперь буду жить по-другому. Пускай смеются, пускай подсматривают, пускай наблюдают. Но будет как с Соломоном, убоялся народ Господа и царя. Обязательно они должны это сначала услышать, прежде чем увидеть, увидят. Аллилуйя. Аллилуйя. Положи руки себе на разум. Повосхищайся своим золотым ковчегом. Скажи, ты моя удача. Ты моя удача, ты мой золотой, потрясающий мозг. Мое божественное сознание. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, Отец, спасибо, спасибо, спасибо. Благодарю Тебя, что этот разум, он обширный, как песок на берегу морском. Неисследимый ум Христов. Аллилуйя, Отец, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Я силен желать и воплощать. Аллилуйя. Ну что ж, дорогие друзья, я верю, что сейчас вы, конечно же, пойдете праздновать, угощать, вы пойдете провозглашать. И очень важно, я этот момент упомянул в молитве, чтобы сначала все, кто вокруг вас, услышали об этом, а потом увидели. Вот смотрите на мою жизнь, друзья. Я всегда говорил, всегда провозглашал, что ну, Бог меня благословит, да. Иногда это было говорить сложно, иногда это было говорить легче. Но если бы я это не говорил, например, тех, кто наблюдал за мной все время, они бы не увидели, что это сделал Бог. Они бы сказали там повезло, время, случай. Но когда ты, почему нужно было сначала пророчество об Иисусе, а потом слава Иисуса? Если бы это было и об этом не было сказано заранее. Это два условия. Да, помните, да? Свидетельство, дух пророчества. Обязательно сначала должно быть слово. Обязательно сначала должна быть что-то озвучено. Тогда, когда это свершится, это проявится, все будут знать, что у тебя точно была встреча с отцом. Точно у тебя было с ним сотрудничество. Точно у тебя было с ним перетекание. Поэтому не обойди этот момент. Я тебя прошу просто всем сердцем, не обойди. Подумай, как это лучше сделать. Подумай, как это обозначить. Если даже вокруг тебя не религиозные люди, не знающие Бога, ты просто скажи, как я и говорил. Просто прямо скажи, у меня было переживание с Богом, и моя жизнь теперь изменится. Я вижу, что мои финансы сейчас сильно изменятся. Если ты бизнесмен, как я говорил, скажи своим компаньоном каким-то коллегам скажи вау я прямо с неба принял свою удачу у меня теперь будет очень очень хорошо все двигаться у меня будут новые идеи главное не завидуйте сделайте это и конечно же двигайтесь переслушайте еще раз это видео позвольте себе просто истребить в вашем разуме абсолютно любую мысль что чего-то можно желать, чего-то нельзя. Можно желать все, но главное все открывать отцу. Очень быстро вы придете в состояние этой огромной творческой энергии, предпримите великие дела, сделайте проекты и не потеряйте радости, в отличие от Соломона. Друзья, до следующей встречи. Мы продолжаем наше созерцательное путешествие в курсе многогранного процветания Меч Соломона. Пока! Мы нищие и многих обогащаем. Это наша власть. Мы нищие мы себя называем не потому, что у нас ничего нет, а потому что мы сделали дистанцию, мы отрешились, мы сказали, да это все ерунда, управление номер один. Ты поставлен на управление, Поставлен как сын, на которому Поставили печать на лбу Раздавать хлеб жизни Это сын, который не говорит Дай мне козленка Сын, который раздает этих козлят Назначает урочное служанкам Меру хлеба выделяет Мне не нужен миллион долларов Мне нужен миллион возможностей Процветание! Не здесь! Процветание! Здесь! Я хочу, чтобы ты знал, единственная цель у отца в твоем процветании явить избрание.